Смотрел, видел, что с 2020 года на сайте МВД исчезла статистика по ДТП. Да, нету ее. С 2020 года? Да. Это связывает с вашим предвыборным обещанием, если на 50% не сократятся ДТП, со смертельным исходом вы будете освобождать от полоски МВД. Да. Так пишут в социальных сетях. Но на сайте нету статистики. Хорошо, исправим. Почему ее нет, не знаю. Вот вы говорите. А с каких пор ее нет? С 20-го года. Ну как такое могу? Да, нет. Об этом писали. Вообще, вот сейчас мы убеждаемся несколько раз. Есть в социальных сетях факты, сообщения, которые как-то нужно реагировать, их надо анализировать, собирать, чтобы люди получили объективную информацию. Да. Но вы, наверное, обратили внимание, или это не бросается в глаза, какой плотный транспортный поток сейчас? Вы обратили на это внимание? Обратили. Особенно пешеходы. Да. Но это с одной стороны хорошо. Но с другой стороны, за всем этим стоят конкретные проблемы.